Друзья мои, всем привет! С вами на связи Роман Винодел Бердянск. Добрый вечер уже. Сегодня 1 мая. И о чем мы сегодня будем говорить с вами? В общем, хотел что я сказать. У меня есть в Ютубе свой канал, вы все знаете. Канал называется Роман Винодел Бердянск. Но поскольку вино не круглый год делать можно, я решил немножко еще добавить чуть-чуть блог, который будет отдельно, я его потом там зарегистрируюсь, и будет называться «Роман Винодел Кулинария». И что я хочу вам рассказать, что мы сегодня с вами приготовим. Значит, у нас сегодня мясо с ребрами. Вот здесь ребра, и на нем мясо. Мы это сейчас посыпем прованскими травами, сумесь перцев, другие приправы. Значит, мы сделаем запеченные ребра с овощами. Потом мы сделаем с вами вот грибы, вырежем ножки за это самое... Туда зафаршируем их. У нас лучок, у нас помидорчики. И сделаем салатик на закусочку. Сделаем салатик редиска с зеленью. Ну и сюда будем тоже добавлять немножко зелень. Это все будем добавлять в овощи. И вот, поскольку я занимаюсь винцом, я вот набрал винца. Сейчас я пригласил своего друга, одноклассника, и оператора по совместительству Евгения Михайловича. Мы сейчас, чтобы у нас все пошло, все правильно пошло, ровненько, мы по чуть-чуть винца пригубим. Сейчас я это немножко замариную на полчасика, ненадолго. Вот. Пользуюсь я обычными ножами, ребята. Вот у меня есть два самодельных, есть такой топорик. Это самодельный, брат делал, ручки текстолитовые. Специальная сталь еще с завода, такой стали сейчас не существует. Это не, ну как, существует, но ее очень тяжело достать. Это еще с заводов, когда при СССР были заводы. Это наши деды и отцы домой. А это обычные ножи кухонные, ну то есть обычные. То есть нема таких там крутых ножей, каких-то брендов, фирм. А в обычное все как бы домашние условия. Вот, так что, друзья мои, сейчас будем готовить вместе с вами. И потом, когда все приготовим, в процессе я уже в конце покажу вам. Сейчас мы замаринуем. Давай вот так вот замаринуем, вот так посыпем, помажем это все. Мясо я хорошо промыл. Прям на улице у меня кран здесь, все. Надо мойка. Я это все во дворе пока делаю. Когда будет дача, вот сейчас я планирую дачу приобрести, тогда я буду на даче это все делать, и будем мы с вами вести блог, который будет называться Роман Винодел Кулинария. Так что, как я только создам, я вам скину ссылку, и кто есть уже у меня в подписчиках на первом канале Роман Винодел Бердянск, еще подписывайтесь, пожалуйста. В будущем я сейчас чуть-чуть пока еще не создал его. Я сейчас пока буду это видео все вылаживать в Роман Винодел Бердянск. А потом будет второй блог Роман Винодел Кулинария. Значит, друзья, продолжаем мы наши маленькие видео. И хочу вам рассказать, на каком сейчас этапе мы находимся приготовления. Значит, мы сейчас смешали домашние сливки вместе с этим... С кетчупом сейчас добавим туда немножко такой это сумесь перцев. Все это тщательно перемешаем. У нас уже подготовлены грибы. У нас замариновался, мы уже его 4 части разрезали, ребра вот эти с мясом. Мясо на ребрах, точнее даже будет так сказать. Мы сейчас вот это перемешиваем. Будет у нас такой... У нас домашние сливки здесь и обычный магазинный кетчуп. Ну как обычный, ну это... фирменный, так сказать. Вот мы это перемешиваем, это мы помажем все противень, картошку помажем, у нас картошка будет, картошку мы уже подготовили, и помажем мясо, это будет у нас типа соуса, чтобы оно немножко это было смачивало, и чтобы оно не прогорало, мясо не прогорало, картошка. Вот сюда мы подготовили уже зелень, у нас правда маленький кусочек морковочки, потому что морковки не было, мы уже не ходили никуда, ни по рынкам, ни в магазин. Там у нас останутся грибы уже чуть-чуть позже. Мы это доделаем, там начиним им фаршем. Грибы уже подготовлены. И вот у нас готова уже тоже морковка. А этот лук мы уже потом сверху украсим мясо и петрушку чуть-чуть оставим. А эту морковку и петрушку мы добавим сюда в этот салат. Такой у нас будет немножко весенний салат. Значит, сейчас мы чуть-чуть соль сюда добавим. Вот соль у нас.
Майонез у нас тоже обычный, не домашний, мы сами не делали. Вот обычный майонез взяли в магазине. Но зато вот все домашнее. Вот лук домашний, петрушка домашняя. Петрушка домашняя, редиска домашняя. Вот сливки домашние, это все мы на колхозном рынке покупали. Мясо тоже это мы брали, это у фермеров, которые домашние выращивают дома. Вот, так что у нас все практически домашнее, только немножко приправы там магазинные. Это мы сейчас смешиваем. Соль сюда, соль добавляем и лук. Вот, соль и лук. Так вот. Сюда добавляем зелень, и у нас салат просто чуть-чуть настаиваться будет. Его отправим там на 15, на полчаса в холодильник. На 15, на полчаса мы отправим. Сейчас это тщательно перемешаем. Вот можно вот так вот просто пока что перемешиваем. Потом добавим туда еще майонез. Вот. Так, ну и чтобы у нас все ровненько получалось, сейчас мы по полстаканчика венца, потому что, чтобы мы... Ровно у нас все было, чтобы мы никуда не торопились. Вот. Мы вот с этого маленького графинчика нальем. А вот тут у нас большой графинчик. Тут уже сосед заходил, отпил. Ну вот. И дальше потом расскажем, что будем делать дальше. Поехали. Значит, друзья, сейчас мы промажем противень. Вот так промазываем его вот этим нашим таким соусом, который уже заранее смешали. Сейчас промазываем это. На пол противня вылаживаем картошку, а на остальные пол противня вылаживаем мясо. Но мы сразу выложим мясо, потому что мясо может занять больше места. А там уже картошку будем как-то подмастеривать, так сказать. Мы так, чтобы как-то будет, чтобы где будет вмещаться, так и будем его. Вот тут чуть-чуть можно его сразу вот так даже макнуть. Вот, даже еще лучше будет. И вот так вот сюда его. Эти куски надо также сделать. Ну, что уместится, что не уместится. Вместим вон на другой противень или на разнос. А грибы уже будем думать, куда дальше. Вот. Так, друзья, вот так я решил его руками промазать. Тут хорошо, чтобы обмазать полностью. Вот, 4 так у нас вместилось. А вот. А картошку мы сейчас тоже вот тут вот будем чуть-чуть промазывать вот так и где-то вот так вот высыпать, что уместится, что не уместится, вместим на другой прямо, на другой противень. Вот чуть-чуть мы добавим, чтобы это чуть-чуть испарение было, чтобы оно не сушилось. У нас соус готов, но мы добавим чуть-чуть красного вина, чтобы оно немножко так тушилось. Вот тоже сюда капельку, 300 грамм буквально, ну даже не 300, 200 грамм. Подожди, он так что-то нажал. Да. Итак, друзья мои, сейчас этот противень я ставлю в духовку. Первый противень пошел. Сейчас мы это самое, еще грибы сюда замаринуем. Я кухню не снимаю, я снимаю печку, потому что на кухне у меня ремонт. Значит, друзья, промазали мы противень. Сейчас чуть-чуть перчика вот так немножко снизу. Куркумы у нас нема. Паприки тоже нема. Ну, ничего страшного. Мы вот так прованские тут травы, сумесь перцев для аромата. Сюда еще можно будет масло потом сливочного чуть-чуть добавить. И начинаем вот так вот чуть-чуть. Ну, так понемножечку так. Понемножку так берем. И это самое. И вот мы сюда одну луковицу порежем. Вот у нас 3 луковицы получается. Мы одну луковицу сюда порежем. Сверху потом мы будем, ну, по очереди кидать это все. Ставить, то есть точнее. Потому что там у нас получается мясо оно дольше, а это меньше. Мы чуть-чуть позже это поставим. Вот. И потихоньку вот так вот начиняем фаршем. Это сверху. Свиной фарш, вот свинина, фарш из свинины, вот, понемножечку, и чуть-чуть сливочного масла добавим, потом, когда будет тушиться, уже будем добавлять лук, там морковка, чуть-чуть у нас морковки вообще, ну так, для красоты просто.
Вот, друзья, значит, начинил я эти самые грибы, начинил их этим свиным фаршем. Что у нас осталось? У нас остались вот эти ножки, сейчас мы их сюда, вот в эту мысочку закидываем. Это на суп у нас потом пойдет. Там завтра, если что, можно супчик будет грибной еще добавить чуть-чуть там. Вот. Ну и вот сейчас это будем загружать тоже. Так, друзья мои, сейчас мы подрежем лучок сюда, как я вам ранее говорил, такими мы не тонкие кольца не делаем, мы делаем средние кольца. Мы сразу его порежем и сюда, на этот противень, выложим прямо вот так лук кольцами. Тут кольца, полукольца, что получилось. И оно сразу будет запекаться. И добавим сюда грамм 100, не больше. Больше не надо, оно и так даст сок свой, грибы. Плюс фарш, оно тоже даст сок. Друзья, вот я украсил уже. Вот это вот все красотища я несу в духовку. Друзья, тут уже духовочка парует. Мясо с картошкой уже бомба. Тут уже такое вот красотища. Мы его трогать не будем. Мы чуть-чуть открыли. Так обычно нельзя делать, чтобы сильно долго открывать. Но мы открыли. И мы второй разносик ставим под низ. Грибы с помидорами, с зеленью, зелень потом добавим. Здесь у нас морковь и помидоры. Вот, друзья мои, тут парует. Значит, это самое. Я сразу вот эти вот помидоры не кидал на картошку. Мы сейчас их так, сверху покидаем отдельно, так сказать. Потому что я побоялся, что они могут перетушиться. И поэтому я их отдельно порезал. Лук отдельно еще кольцами порезал. Ну, мы их, получается, кидаем. Не, потому что там очень горячо. Насколько мы поставили? Тут у нас 200 где-то поставлено у нас, по-моему, печка. Вот. Значит, у нас и морковочка. Красота. Морковочка. Вот. Мы ее тоже так для украшения. Ну, у нас уже говорил, что морковки немного. И вот это сейчас мы лухом посыпаем все. А потом уже, когда вот это все снимем, мы уже потом это все зеленью еще посыпем сверху. Ну и, конечно, нальем по стаканчику венца. Потому что сегодня, как уже сказал, 1 мая. Я работаю на рынке на центральном, в городе Бердянске, в сфере торговли. И у нас сегодня был такой лозунг. Мир, труд, май, поскорее. Итак, друзья мои, наконец-то наша готовка подошла к завершению. Я вынимаю первый разнос. С мясом, с картошкой, помидорами и луком. И несу его на наш стол. Все парует, все горячее, все в соку. Все обалденно получилось. Я вижу, что оно уже все вкусно. Поэтому сейчас мы рассыпем по тарелочкам. Топор нам не понадобился. Мы чеснок, правда, мы чеснок вот вовремя забыли положить. Мы его сейчас просто порежем и сверху потрусим. И сейчас мы сюда еще принесем грибы и присядем уже наконец-то. Итак, друзья, все мы сняли. Вот грибы сняли, вон мясо сняли, картошку сняли. У нас остался чеснок, который мы еще не кинули. Мы его просто сверху порежем. И пока оно горячее, присыпем, он сейчас припарится. Мы его вот так вот. Можно его просто кольцами резать. Есть, можно вот так вот его придавливать и потом разрезать. Тогда он ароматный, дает хороший аромат. Вот так вот можно тоже делать его. Разрезаем. Там у нас салат. Ну, салат хороший салат. Очень вкусный. Все вкусное. Мы салат чуть-чуть попробовали. Это мы еще не пробовали. Но мы знаем, что это все будет очень вкусно. Сейчас мы вот так кольцами режем. Тоже такими средними кольцами. Я привык все делать среднюю середину, чтобы была золотая. Ну, можно еще вот так чуть-чуть посекти.
Вот. Вот так мы посечем еще чуть-чуть. Вот. И мы вот это берем чеснок, посыпаем сверху. Оно все горячее. Оно сейчас, пока мы будем 2-3 минуты, оно припарится. Вот так. Так, рассыпем сюда вот так. Вот так вот. И у нас остается зелень, которую я говорил. Сейчас мы вот это вот, вот сюда чуть-чуть половину посыпем. Половину сюда посыпем. Вот сюда сыпем. На грибы. На грибы сыпем тоже. И лук так же само тоже сюда сыпем. Вот тут еще можно было бы майонезом залить. Или там сливками домашними. Сметаной домашней. И остальное досыпаем уже сюда. Вообще. Вот это вообще сочное. Это сочный получился вообще самый вкусный. Будет вот это вот разнос. И теперь мы, что мы делаем? Мы теперь будем это... У нас топор сегодня не понадобился. Мы такое мясо не рубали. Мы сейчас будем... Порежем ребра сразу. Вот. Ля, мягкий какой вообще. Мягкий. Режется вот так вот сюда. Этот сюда. У нас тарелки. Мы на Украине. Город Бердянск. Тарелки желто-блакитные. Слава Украине. Героям слава. И мы сейчас... Так, теперь мы добавим картошки. Картошка вот так вот. Есть ложка специальная. Вот. Вот это сюда. Юшечки все. Насыпаем. Вот. Евгений Михайлович сегодня снимает у нас с оператором он. Как я уже прежде говорил, у меня все операторы, это все мои друзья. Все мои друзья со школы, которыми мы уже дружим по 30 лет. Даже больше, с кем 30, с кем больше. Вот, теперь Евгению Михайловичу сюда досыпем, тоже насыпем. Картошка. Все это вкусное сыпем сюда красиво. Налаживаем. Так, там. Надеюсь, фольга не попала. А если попала, то можно вытащить. Так, и грибы уже потом будем досыпать. Вот, красиво. Вот сюда кетчуп еще сюда какой-то ли. Или соус какой-то еще можно с кухни поискать, вынести. Ну вот, в принципе, все готово, друзья мои. Сейчас присаживаемся. Так, чтобы для правильности, мы налили по стаканчику винца. Чтобы покорректировать нашу всю кухню. И сейчас, сегодня 1 мая, за мир, за дружбу. Мы сейчас присядем с Евгением Михайловичем и выпьем. И вот, друзья, мы присели. Давай, Евгений Михайлович, сегодня за 1 мая. Давай. Давай, дорогой. Спасибо, что пришел, помог мне снять видеоблог. Сейчас брат вот снимает. Наконец-то мы присели. Сейчас по полстаканчика попробуем. Ай, Молдова очень вкусная. Мясо можно руками пробовать. Очень сладкое. Вкусное все. Берем хлебушек. Все очень вкусно. Друзья, спасибо. Спасибо за внимание. Очень вкусно. Всех с праздником. Всех с праздником. Еще раз вот, да, брат правильно подсказывает. Спасибо, кто присоединился к нашему новому каналу. Мир Тротмай. Кто работает, тот Роман, ест. Роман Винодел Бердянск. Роман Винодел Кулинария. Два блога у меня. Друзья мои, вот такое все жирно, все такое сладкое, все течет. Вот аж вкусно. Тут только надо присутствовать. И спасибо, что вы подписаны на мой канал. Всем пока. До скорых встреч. Ожидайте новое видео на праздники. И... Красивые два противня получились, два разноса, мясо, на ребрах мясо, с помидорами, с овощами, картошкой, с зеленью, рыбы с фаршем. Рыбы фаршированные, с овощами. Спасибо за внимание.